Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и жамкнуть на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Лучше делать, чем не делать. Название книги – это уже лозунг, мотивирующий к совершению чего-либо. Автор считает, что для каждого поступка можно найти больше причин, чтобы его сделать. По его мнению, лучше ошибаться, чем топтаться на месте, боясь провала. Невозможного не бывает. Вне зависимости от поставленных целей, всегда можно найти путь к их достижению. Даже если человек понимает, что у него недостаточно знаний и навыков для какой-либо работы, он может найти способ их получить. Взаимоотношения. Ричард Брэнсон не раз упоминает в своей книге, что путь к успеху лежит через умение строить правильные взаимоотношения с окружающими людьми. Четвертый факт – необходимость отдыха. Автор говорит, что для достижения успеха следует долго и тяжело трудиться, никогда не останавливаться. Однако нельзя забывать про отдых и досуг. Он не видит смысла в жизни, которая полностью забита работой. Факт номер пять – выбор есть всегда. Ричард Брэнсон, по его словам, не планировал становиться миллионером. Ему просто нравилась работа, он постоянно развивался и совершенствовался в свое удовольствие. Задумайтесь о том, насколько ваше дело приносит удовольствие. Возможно, стоит найти что-нибудь другое. Риск должен быть контролируемым. Брэнсон – человек, который любит рисковать и влезать во всяческие авантюры, в чем он без стыда признается. Прибыль – единственная цель бизнеса. Несмотря на заверение о том, что дело должно приносить удовольствие, автор считает, что единственной важной целью бизнеса является прибыль. Неважно, насколько вам нравится заниматься вашим делом, оно не должно быть убыточным. Достижение цели. Брэнсон никогда не останавливается в процессе достижения поставленных целей. Он старается сделать все возможное, чтобы достичь их. Тем более, его не тормозит неумение или незнание каких-то нюансов. Главное препятствие – ты сам. Книга Брэнсона учит читателей тому, что любые препятствия преодолимы, если справиться с самым главным – собой. Его главный принцип – нравится – делай, не нравится – бросай. Берись и делай. В каждом деле самое сложное – начало, поэтому автор советует не раздумывать и не впадать в постоянные сомнения, а просто браться за поставленную задачу и выполнять ее. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «К черту все, берись и делай», подкаст с детальным разбором книги и наш уютный «Читай быстровский» бложек. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с «Читай быстро».